Это время прошло. В духовном мире все движется не по твоим часам. Ты в теле живешь по времени. В духовном мире все движется событиями. На этой конференции происходило много пророческих элементов. Когда мы год или два года назад думали, где провести конференцию, пастор Андрей, конечно же, должен приехать в Киев. Он говорит: нет, я приеду к тебе в Черкассы. Мы не понимали, почему. Неделю назад я открываю соцсети, и попадает такая статья. В 15 веке здесь, в Черкассах, казаки организовались и построили деревянную крепость, потому что до этого турки и татары все выносили. Кто-то должен был приехать из Запорожья на это место, на эту землю, чтобы активировать тех, кто организуется и построит стены. Это ты! Это ты! Это ты! Это ты! Здесь, в Черкассах, именно здесь, не из камней, не из кирпичей, а из того, что было под руками. Они дали отпор, они сказали: мы сможем, мы построим. Церковь – это то время, это тот момент в духовном мире, когда это произошло, и это активировалось именно здесь. Войди в этот пророческий элемент. Войди, стань частью. Я был в разных городах. Я видел стены крепостей. Но кто-то сказал: мы сможем. И они дали отпор. Это ты. Ты сможешь. Ты сможешь. Сегодня 14 февраля, два года назад, в этот день любви влюбленных, пошел к папе замечательный пророк Боб Джонс, который неоднократно пророчествовал про Украину. Amen. Сегодня ты стоишь на этом месте. Я верю в пророчество этого человека. Я верю, что само небо говорило через этого человека. Сегодня 14 февраля 2016 года. Запомни эту дату. Это точка отсчета для тебя. Второй элемент, который открыт. Церковь переходит на уровень осуществление ожидаемого. До этого мы все двигались в уверенности в невидимом. Нам нужно было образы. И когда пастор Андрей начал высвобождать эти образы, нам нужно верить в невидимое. Но нам нужно и осуществлять ожидаемое. Yes. Это тот момент, в который ты должен войти. Никто вместо тебя не осуществит. Это должен сделать ты.
возьми с этой конференции образы, правильные образы, и начни двигаться, начни осуществлять их. Ты получил все необходимое, ты уже имеешь. Начинай строить, начинай действовать. Аминь. Виталий уже говорил, есть в нашем сердце что-то особенное об этой стране, об этом народе. Мы это не выбирали. Просто Бог сказал, а мы согласились. Когда Бог сказал, это не вмещалось ни в нас, ни в наши мозги, ни никак. Мы не могли даже себе представить, и я вам честно скажу, что мы были первыми, кто восстали против этого. Мы нечаянно. Но потом, когда Бог говорит, Он продолжает, и ты понимаешь, что ты не можешь без этого. Это ты. Это ты. Я верю, ребята, я верю, дорогие, что все, кто приехали, вы не просто так попали сюда, нет случайностей. У детей Бога нет случайностей. Вы в Его руках, Он ведет, Он говорит с вами. Даже тогда, когда ты думаешь, что Он не говорит с тобой, ты бы не был здесь. Это Он тебя влек. Это Он тебя влек. Но что я хочу сказать, дорогие? Я сейчас стою на этой сцене, чтобы засвидетельствовать тебе, Украина. Виталий сказал, сегодня 14 февраля. Это день, когда пророк, который провозгласил слово на Украину о пробуждении, он ушел к отцу. Но знаете что? Эти слова, они остались над этой землей. Они летают, они над этой землей. Но когда он уходил, незадолго до того, как он должен был вернуться к отцу, в его палате, где он был, двинулись стрелки часов. Сверхъестественно они двинулись, они показывали определенное время. Украина, я говорю тебе сегодня, стрелки часов для тебя сдвинулись. В твоей стране, в этом народе стрелки часов сдвинулись. Это время для тебя! Это время для тебя! Это время для тебя! Не сидеть больше на своем месте! Не отказываться от своего призвания! Не поддаваться ни на что! Получить, согласиться, двинуться! Какими бы маленькими тебе ни казались эти шаги! Знаете, иногда Бог движется очень маленькими шагами. Когда зародилась жизнь через Авраама и Сару, Исаак был маленькой клеточкой, которая потом превратилась в человека, несущего жизнь поколению, народу. Бог очень часто втайне творит что-то великое. Бог очень часто втайне творит что-то великое. Украина, ты была очень долго скрываема, а тебе вообще не знали. Где Украина? А, там возле России. Раша, это все было Раша. Нет, время изменяется. Украина.
Украина, вставай, пробуждайся, народ. Твой Господь Иисус в своей славе грядет. Украина, вставай, пробуждайся, народ. Твой Господь Иисус в своей славе грядет. Украина, вставай, пробуждайся, народ. Твой Господь Иисус в своей славе грядет. Украина, во славу Господа! Украина, во славу своего Господа! Пусть через тебя прозвучит хвала в это небо, в эту землю, над небесами, везде во вселенной! Прославь своего Бога! Он Бог твой, ты Его народ. Дорогие, Бог очень многие вещи открывал мне когда-то об этом народе. Где-то я услышала, что Украина называется Украиной, потому что на самом деле она окраина Божьей земли. Я слышала, что слово, которое считают нарицательным, хохол, переводится как «дитя неба». Послушай, ты не предназначена быть окраиной, забытой, затоптанной. Ты не предназначена быть просто окраиной. Ты земля Бога. Ты земля Бога. Ты народ Бога. Вы дети Бога. Вы дети неба. Пусть небо придет через вас на эту землю. Пусть небо проявится через вас на эту землю. Пусть его царство придет, и воля его исполнится.